Клиника Nato Dent. Здравствуйте. И сегодня у нас такая не совсем теоретическая тема, а скорее такая игровая, как с помощью вот щетки, пасты и маркеров объяснить и показать ребенку, зачем вообще нужно чистить зубы, как это делать, и чтобы ребенок точно понял, что этот процесс не быстрый, что он должен приложить определенные усилия для того, чтобы это сделать, для того, чтобы очистить зубы от грёзных монстров. Нам для этого понадобится лист бумаги, файл, зубная щетка, паста, цветные маркеры, ножницы и скотч. Нам нужно так схематично нарисовать зубы в полости рта. Это у нас будет уровень десны. Здесь у нас будут зубы. Ну, желательно с корнями. А можно же с этим красивые рожицы какие-нибудь. Желательно добрые. У нас все-таки детское задание. Аккуратненько запаковываем. Желательно заклеить скотчем. А теперь можно дать волю фантазии и нарисовать конфеты, которые лежат на зубах, кариес, дырки какие-нибудь на зубах, страшных кариозных монстров. Дальше нам понадобится щетка, паста. Лучше зубную щетку смочить в водичке чуть-чуть. Вот, выдавливаем зубную пасту и приступаем к самому трудоемкому процессу. Очищаем кариозных монстров. Видите, да, что это не так уж просто сделать, что для этого нужно реально приложить усилия для того, чтобы этого кариозного монстра от зубика очистить. Так же, как и кариес и конфету. То есть тем самым мы пытаемся в какой-то степени объяснить ребенку, что для того, чтобы почистить зубы, нужно время, что быстро это сделать невозможно, что нужно предложить определенные усилия. Ну, можно на этой же модели и объяснить, как правильно это можно сделать. Что мы зуб чистим от десны к краю зуба, от красного к белому. То есть вот такими вот выметающими движениями, если это нижние зубы, ну, если верхние, соответственно, наоборот, сверху вниз. Готово. Потом берем салфеточку и просто это все вытираем, и у нас снова чистые, красивые, счастливые, здоровые зубы. Красота. Очень надеюсь, что вам понравилось то, что я вам предложила. Такая вот занимательная игра для детей, которая не только развлекательная, но еще и полезная и интересная.